Bogdan, mulțumesc! Rusia are probleme pe frontul din Ucraina, chiar dacă Moscova prezintă altfel situația. Ministrul apărării Serghei Șoigu a cerut ca pe front să ajungă mai mult armament și muniție. Asta înseamnă că, pe teren, nici rușii nu mai au destule arme sau că vor și mai multe în perspectiva unei noi ofensive. Grupировки войск продолжают выполнять боевые задачи в соответствии с планом специальной военной операции для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск. Для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения. В процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения. Особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами.